И последнее. Школьники Якутска попробовали себя в разных профессиях. Сегодня в Северо-Восточном федеральном университете прошла ярмарка «Мастер-юниор-2016». В ней приняли участие около 20 организаций среднего профессионального образования республики. Они представили дополнительные образовательные услуги, которые преподаются на базе их учебных заведений. Продолжит тему Саргалана Захарова. Как оказать первую медицинскую помощь пострадавшему, как сделать модную прическу или приготовить красивые и в то же время самые вкусные кондитерские изделия. Обо всем этом и о многом другом рассказали сегодня на ярмарке «Мастер и юниор». Профессиональные образовательные организации, они могут обучать не только студентов СПО, среднего профобразования, но также все слои населения, начиная от школьников, заканчивая взрослыми, да? Здесь представлены мастер-классы по всем образовательным программам, которые предлагают учреждения. То есть вы можете не просто посмотреть список этих образовательных программ, а попробовать, да, на мастер-классе то, чему вас будут учить. Большим спросом пользовались автомобильные симуляторы. Вот и восьмиклассник Юра тоже решил попробовать себя на дорогах виртуальной реальности. Аппарат школьнику понравился. Он поделился с нами своей мечтой о том, что в будущем хочет стать профессиональным водителем. Мне больше водителям нравится. Как бы папа меня в детстве брал на манипулятор. Там помогал иногда. А дядя в Москве разрешал переключать скорости. Поэтому и нравится. Симулятор на ярмарке представил транспортный техникум поселка Нижнебестях Мекино-Конголасского района. Но не только в роли водителя можно было попробовать себя на павильоне этого учебного заведения. Мы на этой ярмарке показали мастер-классы по профессии повар, сварщик, водитель категории «Б». И есть у нас вот презентационные материалы по железнодорожным направлениям. Проводники у нас есть еще. Ярмарка «Мастер-юниор» проводится в Якутске впервые. Она вызвала большой интерес у будущих студентов, а кому-то даже помогла определиться с выбором профессии и начать осваивать ее азы уже со школьной скамьи. Саргалана Захарова, Владимир Павлов, НВК «Саха», Якутск.